хочу я много знать и все вам рассказать. Уи-пи! Би-би-би, би-би, уи, 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 уи. Воу, 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 воу. О, привет! Это я, Блиппи! Мы на игровой площадке «Живи, люби, играй» в Лос-Анджелесе, Калифорния! Ха-ха! Я так рад, что буду играть здесь! О, минуточку! Видите веселый смайлик? Хо-хо! Идем! Ух, это желтый смайлик. И он такой счастливый. У-у-у. Сегодня мы вместе с вами узнаем об эмоциях. И прямо сейчас я счастлив. Отлично, пойдемте играть. За мной. У-у-у. Пришли, заходим внутрь. Ух ты! Вы только посмотрите! Все такое высокое! Ого! Сначала кое-что сделаем. Я должен снять обувь. Снял. Одна кроссовка. И вторая кроссовка. Идем! Ого! Ой, смотрите! Еще эмоции! Это эмоция радости! Я так рад, что буду играть с вами! Хорошо! О, смотрите! Горка! Оу! Оу! Встретимся внизу! Ну что, вы готовы? Поехали! 3, 2, 1! Как же здорово! Идем! Ой, смотрите! Это красивый диван! Смотрите! Погодите-ка! Не время спать! Мы пойдем играть! У, что у нас здесь? Это же кухня! Что будем готовить? Так, поставим кастрюлю. О, ням! Кукуруза, а это курица. Включим плиту. Идем! Ух ты! Это дельфин! Хотите вместе изобразить дельфина? Это так забавно! О, идите за мной! Смотрите! Ух ты! Большая желтая горка! Давайте на ней прокатимся! Смотрите! Оу! Я вижу здесь три цвета. Голубой, светло-зеленый и зеленый. Ух ты, сколько же цветов! Идем! Вот так. Все, мы забрались на горку. Ай! Я так злюсь! Ой, смотрите, злой. Еще одна эмоция. У, вы видите? Да, он очень злой. Я запнулся и упал. Стукнулся коленом и разозлился. Вы чувствуете злость, и у вас из ушей валят клубы дыма. Лицо становится красным. Злиться это нормально. Но когда вы злитесь, нужно немного подышать. Готовы?
Фу. Все, я больше не злюсь. Ну что, пойдемте играть. Пока, злючка. У, мы наверху желтой горки. Ну все, вы готовы? Я поехал. О-о-о-о! Ладно, ваша очередь. Да! Ого! Да, вы молодцы! Воу! 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 Большая желтая горка, такая крутая! У, посмотрим, что еще тут есть. Ой! Ха-ха! Столик, за которым делают макияж. Ха-ха, красавчик! Отлично! У, надо же! Это замок принцессы! Ого! Ха-ха, еще один! У, здесь есть диван. У, и огромная кровать! О! Минуточку. Вы его узнаете? Да! Помните? Да! Здесь я вздремнул! Хорошо? Еще разок! Погодите-ка! Не время спать! Мы пойдем играть! Ха-ха, идем! Ха-ха. Вау! Большой экскаватор! Уу! И кубики! Красный кубик, желтый, синий, зеленый. Поставим их друг на друга. Отлично! Поехали! О, как же интересно! Идем! Голова закружилась! Ого! Видите? Это батут! Давайте прыгать! Оп! Смотрите, я прыгаю! Пока! Я только что удивился! Вы это видели? Да, удивился! О, смотрите! Мы удивляемся, когда происходит что-то неожиданное. Как только что. Вы видели? Диди выпрыгнула и крикнула «Блиппи!» Ладно, идем. О, туннель. Я полез. Привет! Воу! Ух ты! Смотрите, это же пирамида! Это фигура, объемная фигура. Видите треугольник? Да, да, пирамида. Еще одна пирамида. Классно. Ого, смотрите, это шипастый мячик, желтый шар с зелеными шипами. Подойдите, я что-то скажу. Вау! Почти достал! Хорошо! Хватит баловаться! Молодцы! У, минуточку! Вы видите? Вон ту желтую горку! Ого! Она крутится, 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 крутится вниз по спирали! Давайте вместе поднимемся наверх, а потом я съеду вниз. Идем!
Ух ты! Загляните внутрь! Вы видите? Ну все, я поехал вниз. Привет! Я спускаюсь! Ну ладно, увидимся внизу! Воу-воу-воу-воу! Это потрясающе! Фу. Что ж, кажется, пора уходить. И от этого мне так грустно. Я знаю, что нам пора уходить. Смотрите. Я такой грустный. Видите его? Это грусть. Потому что я грустный, я больше не могу играть. Когда вам грустно, вам хочется плакать. Но погодите-ка. У меня есть еще чуточку времени, чтобы скатиться с горки еще один разок. Идем! Будет так здорово! Хорошо. Сейчас я поднимусь наверх, а потом съеду вниз. Готовы? Ну все! Я поехал! Да! Взгляните на него! Еще одна эмоция! Мне было так интересно узнать с вами об эмоциях. Ой, это же пиньята! Перед уходом я ударю по ней, сломаю и посмотрю, что внутри. Вы готовы? Воу! Ну все, сейчас ударю! Еще раз. Да! Смотрите, конфеты! Ух ты! О, как же это здорово! Да, спасибо, что поиграли со мной на площадке «Живи, люби, играй» в Лос-Анджелесе, Калифорния. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его вместе со мной. Готовы? B-L-E P-P-E Блиппи! Мы справились! Пока! До встречи! Чехалис, штат Вашингтон, чтобы узнать как можно больше о поездах! Смотрите! Сейчас я расскажу вам о деталях, находящихся снаружи паровоза. Начнем отсюда! Ого! Смотрите, какие огромные колеса! Ух ты! Здесь очень много колес! Да! Вот еще одно! О! Взгляните вот на это колесо! О, что у нас здесь? Ух ты! Какая большая штука! Да, ее называют топкой! Это она нагревает воду и создает пар, то есть давление. А вот там находится труба. А еще колокол. И, наконец, свисток. Ха-ха! Перейдем туда. Вот это называют будкой. Там сидят люди, которые управляют поездом. Чух, чух-чух! Идемте дальше. Вот это тендер. Ой, и посмотрите туда! Вон там вагоны поезда!
теперь мы с вами оказались в паровозной будке. Рядом со мной машинист, его зовут Рик. Привет, Рик. Привет. Рад встрече. А с этой стороны находится кочегар. Его зовут Роберт. Привет. Привет. И сейчас они расскажут нам о тех деталях, которые находятся здесь. Рик, что это за деталь? Это рычаг управления. Он заставляет паровоз ехать вперед. А если вот так, паровоз поедет назад. О, можно попробовать? Можешь попробовать, если хочешь. Вот так? Какой тугой! Ого! А теперь я хочу поехать назад. Ого, это даже тяжелее, чем вперед! Здорово! Итак, мы решили, куда поедем. Скорость можно регулировать заслонкой. Ого. Это как газ в машине. Если потянуть, поедем быстрее. Понял? А если толкнуть, поедешь медленней. Или поезд остановится. Я понял. Еще у меня есть свисток, чтобы предупреждать людей о приближении к переезду. Хочешь попробовать? Да, конечно. Ну-ка, готовы? Ого, классный звук. А теперь я расскажу о том, как я останавливаю поезд. Я использую этот рычаг. Вот так, видишь? А вот этот рычаг останавливает только двигатель. А что это вот там? Там горит огонь. Он нужен, чтобы превращать воду в пар, который, ну, и двигает поезд. Ого, стоп, значит, огонь? А, вот кочегар, который его поддерживает. Скажите, а это что за ручка? Она позволяет делать огонь больше или меньше. Если сделать так... Ой! Видишь? Ого. Огонь оранжевый. Да. А теперь уже нет. Ого, это круто. То есть вы отвечаете за огонь? Именно. А другие обязанности у вас есть? Я звоню в колокол, чтобы предупредить людей, что мы едем. Видите, я тяну вниз. Ого! И он звонит. А можно попробовать? Да, конечно. Супер! Слушайте! Ого! О, классно звучит! Что ж, спасибо вам! Сейчас все пассажиры займут свои места, и мы отправимся в путь. Теперь я прокачусь на поезде как пассажир. И, конечно, возьму вас с собой. Ого! О, смотрите, что там! Ого! Это закрытый вагон. У него есть крыша. Ха, здесь здорово. Но, может, пойдем вот туда? Думаю, в открытом вагоне будет еще интересней. Идемте. О, здрасте. Привет. Ого! Мы вышли на свежий воздух! Поездка будет веселой, я уверен! Колеса пришли в движение, из трубы повалил дым, и поезд отправился в путь! Ого! Здесь столько красивых зеленых полей, смотрите! Ууу! А вот и деревья! Видите? Ого! Смотрите, какой живописный пруд! О-о-о! Столько водных растений! Я не очень хорошо в них разбираюсь, но они напоминают кувшинки. Тоже свежий воздух, хотя я нахожусь в закрытом вагоне. Ха, какой потрясающий вид! Едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд.
поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. В стране очень много железных дорог, поезда доедут везде. Я уверен, интересно ехать вперед, в вагоне в самом хвосте. А вот и последний вагон! Читаю я все вагоны, но они так быстро летят. Раз, два, три, четыре! И это не все! Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. Рельсом едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. Одни поезда перевозят людей, таких я ездил, ну а ты? Другие возят грузы далеко, топливо и фрукты. Когда поезд мимо идет, интересно, что он везет. Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. Давай сыграем вместе в паровозик. Тяни вагоны вслед за собой, просто повторяй со мной. Могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух, 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 поезд идет. Чух-чух, поезд идет. Мне очень понравилось смотреть, напевать и танцевать под эту песню вместе с вами. Эй, если вам понравился этот выпуск и вы хотите посмотреть другие мои видео, то все, что вам нужно сделать, это вбить мое имя в поисковик. Вы же знаете, как меня зовут? Да, я Блиппи. Блиппи. Это Блиппи. О, посмотрите на это. Ого! Это фургончик с мороженым! И сегодня мы изучим фургончик с мороженым! Как вкусно! Ну что ж, давайте-ка сначала рассмотрим этот фургончик снаружи. Ух ты! Он такой яркий! Ого! Смотри, нарисовано мороженое. Здесь у нас клубничное. Это мороженое-сэндвич. Это рожок. И здесь красно-бело-синее мороженое. Ого! А это что? Как круто! Розовые диски! Они нужны, чтобы фургончик мог ездить по улицам! Крутые колеса! О, а это что? Тут написано «Осторожно, дети!»
А это фонари. Я покажу. Ух ты! Отлично. Видишь красную кнопку? Что будет, если потянуть? Ого! Фонари замигали оранжевым. И знак выдвигается вперед. Он предупреждает других водителей, что вокруг фургончика могут бегать дети, и надо быть осторожными. Оставим его вот так. О, а что я еще покажу? О, видишь это? Это выключатель для музыки. Слышишь музыку? Это значит, что к вам едет фургончик с мороженым и можно купить вкусняшки! О! Посмотри сюда! Странички в соцсетях этого фургончика из Лас-Вегаса, что в Неваде! Супер! О! А это что? Какой большой выбор мороженого! Ух ты! Здесь у нас есть красное, оранжевое, зеленое. О, посмотри-ка сюда! Это же мой любимый цвет! Оранжевый! Ням! Ого! Черепашка-ниндя! О, а это губка Боб. И посмотрим. А это помнишь? Да, оно было на той стороне. Клубничное мороженое. Ням! О, посмотри! К этому окошку мы подходим. И здесь мы заказываем мороженое. Хо. Ау! Ау! Погодите-ка, там никого нет. А, у меня есть идея! Может, мы с тобой пойдем внутрь и угостим других мороженым? Ха-ха, идем! Ху-ху-ху! Ух ты! Теперь заберемся внутрь и займемся делом. Но сперва надо включить генератор. Он дает энергию морозилке. Включим его! Ого! Это такой мини-мотор! Он дает энергию, чтобы в морозилке был мороз. Бррррр! Но там уже холодно, так что можно выключить. Вот так. Залезем в кузов и раздадим мороженое. Ух ты! Так вот, каков фургончик внутри. Так интересно. Ого! Тут сидит водитель фургончика с мороженым. Это как обычная машина. Здесь руль, тут переключатель, комплект ключей. Но мы никуда не поедем. Нам нужно мороженое. Надо же! Это большая штука и есть морозилка. Давайте откроем. Ух ты! Сколько здесь мороженого! Что ж, давайте достанем 5 разных видов, хорошо? О, отлично! Вот первое. Раз. О, 2. Вот еще. 3. О, ого. О, здесь еще. 4. Итак, и посмотрим вот это. Отлично. 5. Здорово. 5. Теперь надо закрыть крышку. Тут у нас есть 5 штук. Раз,
два, три, четыре, пять. Пять мороженых. Но теперь нам нужны три вкусняшки. Ну что ж, может быть, попкорн? Раз. Может, еще чипсы? Две пачки. Что же еще? О, ням! То, что надо. Три вкусняшки. То есть у нас здесь пять пачек мороженого и три вкусняшки. Пять плюс три равно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ням! Ха-ха! Ну что ж, теперь мы сообщим всем в Твиттере и Инстаграме, где мы сейчас. Отлично! Ну что ж, у нас есть мороженое. Поделимся? Так-так. Начнем со сладкой ваты. Кому с таким вкусом? Вкуснятина! Тебе? Держи. Что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста. Так. А это мороженое-сэндвич. Можно мне? Ням! Спасибо. Не за что. И Hello Kitty. Спасибо. Да, пожалуйста. Класс. Приятного аппетита! Пока! Спасибо! Пока! Было так интересно изучать с тобой фургончик с мороженым! Что ж, настало время песни о веселом мороженом! Десерт готовим мы, сладкий ням. Десерт, который в рот просится сам. Животик скажет спасибо нам. Десерт веселый готовим вам. Не будет сладко. Десерт клубнику мы будем класть. Не будет сладко. Бананы, сливки пригодятся там. Не будет сладко. Еще клубнику мы добавим сласть. Десерт веселый готовим вам. Десерт добавим мы шоколад. И вишенка будет к месту там. Десерт добавим еще шоколад. Десерт веселый готовим вам. Добавим мармеладных червячков. Ползут уже они прямо к нам. Добавим мармеладных червячков. Вот это будет веселье вам. Десерт готовим мы, сладкий ням. Десерт, который в рот бросится сам. Животик скажет спасибо нам. Десерт веселый готовим вам. Десерт готовим мы, сладкий ням. Десерт, который в рот бросится сам. Животик скажет спасибо нам. Десерт веселый готовим вам. Ням! У-ху! Посмотрите, что у меня. Это пластилин. И я представляю, что это мороженое. Но это игрушка. И есть его не стоит. Вот так, видите? Как будто ванильное мороженое. Ням! А это будет шоколадное. У меня есть ингредиенты. Вот такой. Как будто клубничный сироп. Вот так. Откручиваем крышку и наливаем. Ням! О, посмотрите на это! Как будто шоколадный сироп. О! А давайте сюда тоже нальем. Так. Выглядит просто объедение. А к шоколадному мороженому можно добавить немного взбитых сливок. Вкусно! Поехали! Выглядит аппетитно! Посмотрим, что у нас тут. Итак, еще больше цветного пластилина. Здесь не хватает вишенки сверху. Возьмем кусочек вот такой.
Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Раскатываем. О, похоже на вишенку. Сделаем углубление. Да, прекрасно. Положим ее на шоколадное мороженое. Объедение. Выглядит съедобно. Но, как я и говорил, есть его не стоит. И тут у нас есть синий пластилин и оранжевый. Синий и оранжевый! Мои два любимых цвета! Давайте слепим мармеладных червей! Так, берем половинку, оранжевый, раскатываем. Вот так. Посмотри. Оранжевый червячок. Кладем сверху, вот так. Затем берем синий. Сделаем еще одного червячка и положим сюда. Вот так. Раскатываем. Какой червячок! Положим сюда. И вот у нас два вкусных игрушечных мороженых. Ням! Что ж, скоро конец этой серии. Было так весело изучать с тобой фургончик с мороженым, а также слушать, танцевать и петь песню про веселое мороженое. Что ж, если хочешь посмотреть мои видео, найди мое имя в интернете. Напишем мое имя вместе. Готовы? B-L-E-P-P-I. Блиппи! Отлично! До встречи!